Когда ты видишь землю со стороны, то единственное чувство, которое наполняет тебя, это любовь. Это вид любви, который можно испытывать только к живому существу. Почему тогда вы решили покинуть любимую землю и отправляетесь в исследовательское путешествие в далекий космос? По сути, в один конец. Экстренные новости. Новости. Сегодня. Сегодня ночью. Ночью. Произошла авария. 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 Авария при запуске ракетоносителя. Из всей команды выжил только один человек. Гевин Мейбл. Гевин Мейбл. Сама Вселенная, говорит с ним, делится с ним своими знаниями во всем этом. Был смысл. Она наполняла его слова силой. Я чувствовал себя цельным.